Турецкая актриса Севда Эргенджи родилась 3 октября 1993 года в Стамбуле. Когда ей было 3 года, ее родители развелись. В семье кроме нее было еще 2 детей. Согласно решениям суда, Севда осталась жить со своим отцом. Девочка с детства мечтала стать актрисой, а отец поддерживал ее решение. Севда еще в детстве начала играть в театре. Когда ей исполнилось 19 лет, девушка получила роль Айше в сериале «Черный цветок». Зрители и режиссеры оценили ее талант, и актрисе поступило много предложений. Первую популярность девушки принес сериал «Дай мне руку, любовь». Севда также сыграла роли в таких успешных проектах, как «Запретный плод» или же «Первородный грех», «Пробуждение великие сельджуки», «Чужая», «Я спрятал тебя в своем сердце» и в других. В 2018 году Севда начала встречаться с Йылмазом Кунт, но спустя год пара рассталась. Также были слухи о романе Севды с актером Ануром Туной.